Всем привет! В этом выпуске речь пойдет об автомобиле мотоколяске CMZ S3D. Данная мотоколяска выпускалась Серпуховским автозаводом с 1970 по 1997 год. Эта модель заменила мотоколяску S3AM. Кузов мотоколяски в длину составлял чуть меньше 3 метров, хотя сам автомобиль весил 498 кг в снаряженном виде. Это было достаточно много для такого вида автомобиля. К примеру, автомобиль Fiat Novo 500 весил 470 кг. Кузов состоял из тонкого металла, из-за чего на нем легко появлялись вмятины в процессе использования. Также в последние годы выпуска мотоколяски ухудшилось качество окраски, что также являлось не очень хорошей чертой для мотоколяски. Мотоколяска оснащалась двигателем мотоциклетного типа одноцилиндровым карбюраторным двухтактным модели Ишпланета 2, а чуть позже Ишпланета 3. Стоит отметить, что двигатели были оборудованы батарейной системой зажигания и электрическим стартером. Осенью 1997 года с конвейера сошли последние 300 мотоколясок. За весь период существования этой модели было выпущено свыше 200 тысяч экземпляров. На видео показана мотоколяска CMZ S3D. Друзья, а что вы скажете об этой мотоколяске? Комментируйте видео, делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!